«Прекрасен этот мир» – эта песня Луи Армстронга стала гвоздем программы эстрадно-джазового концерта «Пришло время любить», который прошел в актовом зале ЮРГУ. Гости и студенты нашего университета насладились музыкой разных направлений под аккомпанемент духового оркестра. Мне больше всего запомнилось произведение в исполнении Диви Шоу, песня Луи Армстронга «What a Wonderful World» и также духовой оркестр под управлением Игоря Ежова. Тоже хорошая музыка. Особо хочу выделить ритм-секцию. Концерты студенческой филармонии не оставляют равнодушными зрителей. Этому способствует профессионализм артистов. Сегодня, я думаю, музыкальная встреча очень на высоком уровне. Почему? Потому что оркестр очень замечательный. Музыканты у нас в Челябинске, они одни из самых лучших в стране. Дирижер просто замечательно. Сами артисты отмечают, что выступать в актовом зале ЮРГУ – это большая ответственность, потому что студенты – очень внимательная публика.